Хей, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Властелин колец, война на севере. Короче, мы с вами посмотрели видосики, там все такое, победили вот эту вот паучиху, так сказать. И теперь мы отправляемся дальше. Скорее всего, убивать дракона. Как я понял. Да, мы отправляемся в логово. Продолжить. Но тут нам уже спамят, а хотя это ж мы уже такого побеждали. Драконье логово очень близко. Надо быть как можно осторожнее. Если Ургас застрянет нас в воздухе, он может сбить нас с одним единственным огненным вздохом. Нам лучше пойти пешком, а мы прикроем вас сверху. Как ты думаешь, Ургас ждет внезапных гостей? Надеюсь, что нет. Но драконы славятся острым чутьем, боюсь, что он увидел, услышал или унюхал вас задолго до того, как мы приблизились к его логову. Однако, если здесь есть прихвостни Анагарда, возможно, он примет вас за них. Надо спешить. Что ж, тянуть больше незачем. Давай поспешим. Я понимаю, что я трачу много диалогов, но, ребят, я просто иду по сюжету. Я отвечаю просто на те... Да, диалогический, так сказать. А, как это назвать? Диалогический. Будьте надеяться, что дракон не столь ужасный, как о том говорит. Но если по этому, по видео, он довольно жесткий. Но мы только его голову видели, как бы, поэтому... Подожди, это ж люди. Странно. Что это за... Быть может, это старшие тех, кто некогда служил королю-колдуну? Ну, я тоже удивился, потому что это люди. Типа, а чё? Молот никому не нужный. Так, ещё вижу друг. Так, сделаем таким образом. А-а-а, нужно типа... Было и кнопку стрелять удерживать, и кнопку... Они телепортируются ко мне. Короче, понял. Ставь, сука, щит. Спасибо. В принципе, по 15 маны тратится. Ну, такое. На всякий случай, чтоб не встал. Я думал, решил встать. Все-таки. Минус их не тайничок. Мусорный посох. Самоцвет скипетра. Если не ошибаюсь, он либо 70 стоил, либо 100 с чем-то что-то там. Ну,
Так, сори, мне первых надо магов. А где мои помощники? Помощники? Ой, я чуть так удар не подставил. Ты решил его взорвать, да? Поставь. Ой, ладно. Сам вышел, не надо мне твои хилы. Мне что-то мусора накидывают сразу. О, спасибо, ничего себе. Но я не хочу тратить просто хилки. Хилки, я не хочу тратить хилки. Должен быть эти люди, которые Анагород оставил ждать. Хватит же им храбрости разбить лагерь прямо под носом у змея. В натуре. А мне хватает ФПС, где мой ФПС? Пока что идет все плавненько. Кто там пуляется? Сейчас я популяю. О, у нас уровень повысили. Так, я сказал, что теперь буду... Хотя мне лук не так сильно нужен. Ладно, до 50 апну. В силу. Мои решили остаться. Эликсирчик. Урухай. На не пока. А, дома. Ну хотя бы сейчас я их убиваю побыстрее. Yeah.
мертв, я понял. А где наш гном? Так, что мне по этому? По прочности... Нормально. Так, продать. Опа. А это даже лучше, чем вот этот, вы понимаете? А, на него нельзя ничего одеть. Печально. Печальненько. О, это хорошо. Ой, у меня мусор много, тихо. Подожди. Что это сейчас? Что за хехт? А, тут урон, нихера. При этом там еще отнимается хп по 500, я смотрю. Нихера, у него способность телепортации, рывки. Да, видите, он типа сдох от кровотечения. Манать меч классный. По идее, он сейчас является самым классным мечом здесь. Ну, имеющийся сейчас у меня. Фу, вот это приобретение. Заметьте, что по этим стан не проходит врагам. Вот это называется, я хороший ящик открыл. Называется. Кто там пуляет? Бежим дальше.
Пополни ману. Это имбовые, ребят, это имбовый меч. Монах, мне повезло. Оглушает 28 глубокие раны. Но дело в том, что глубокие раны не 28. 28 это за обычный удар. А видите, вот, допустим, сейчас. Это мне даже голову отрезал. Все. Я чувствую, этот меч у меня снова. Основной меч. С ним можно просто бежать и все ломать. Все и вся. Ой. Я понял. Ох, уж это я иду. Заметьте, им все равно на урон. Типа, если они замахнулись, они уже замахнулись до конца. А, я понял, тебе что, урон не приходит? А, тут умер все-таки. Ой. Серьезно, вы умерли? Да, похоже, здесь тайник, а там наших всех убивают. Так хотя вообще посрать. Сами виноваты. Ну, а сейчас я этому топор дам. А это не для него, все равно, ладно. Тогда сосед. Я вернулся. О, щит еще стоит. О, что-то выпало. 3 монетки. Видите, типа я бегу, и оно дрыгается. Единственный минус в игре. Непонятно, что это за херня, с чем это связано. О, еще один свиточек. Кстати, не хочется. Вот и все. Эти отлетают быстренько, большие. Они, так сказать, теряют равновесие, что ли. Тупые тэпы. Блять. For the demon die!
Он опять бессмертный. Говорю, все равно странно работает. Да, мне маны много дает уже. Даже можно было не закупаться. Так, 21 минута. Да, нам показывают туда, наверх, но мы сейчас все равно пойдем назад, чтобы забрать то, что там попадало, и есть вероятность, что там будет еще сундук. Там даже проход куда-то есть. Ну, мне кажется, там мне просто кажется. Нет, прикиньте, то что-то есть. Все, ребят, идемте далее. Не, на самом деле я, наверное, все-таки использую помазку для зелий. Ну, плюс против дракона, хотя он огнедышащий. Давайте хотя бы посмотрю, как она вообще используется. А, видите, а вот эта атака одинакова. Ой, привет. Можно к вам отключить? Спасибо. Так, а где маг? А, нашел я мага. Бегу, 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 держи. Готово. Усиленная атака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, это не наш. Ай,
А, у меня маны нет, уже на что. Я думаю, что-то как-то странно. Он еще и живой. Все? Может, сразу дракон будет в этой серии? Ну да. Я же сказал вашему хозяину, что ответ он получит, когда я сочту нужным. Что? Вы не те, кого я ждал? Ты не Скарн, Дуб, не Бьорнин. Не будете ли вы так любезны сказать, зачем я явились? Мы не собирались вот торжать. Мы могущественные. Мы просто странники, держащие путь. За кого ты меня принимаешь? В серых горах просто так никто не ходит. Не тратя мое время на бесполезную ложь. Мы преследуем слугу темного властелина, человек по имени Аган Даур. Ах, вот как. Тогда, возможно, мы сумеем заключить сделку. Какую сделку? Сделку? Какую сделку? Аган Даур хочет, чтобы я помог ему завоевать север. Награду он предлагает мне королевство Нордбранд и все там тамошние богатства. Окей. До нас это не... Так, это не новость. Мы знаем об Аганаре и его предложении. Как вы думаете, что привело нас сюда? Так вот, наверное, на ваших ловкостях и наглости вы, как и я, живу. Так вижу, не лишены некой только находчивости. Не знаешь, как вы пронюхали о предложении Агора, но это не важно. Раз уж вы такие серьезные, возможно, вы знаете и то, что Нордбранд меня не интересует. Что это кишащая гномами дыра для такого, как я. Нет, меня интересует более жирный кусок. Я хочу заполучить древнюю крепость, принадлежащую самому королю-колдуну, Карндум. А может вам помешать захватить Ангар? Он завладел Карндумом. Сиди там и смотрит, строит планы, завоевав север. Если вы так могущественны, отчего же вы сами не отвергли Карндуму у Андуара? Не что вы его боитесь? Не испытывай мое терпение, следопыт. Не родился еще тот человек, который бы я боялся. Но он город слуга Саурона. А сорится темным властелином мне совсем не хочется. А вот вы с ним давно уже в ссоре. И если хотите, чтобы я участвовал в этой войне, уничтожьте Ангуарда и отдайте Карнду мне. С одной стороны будет битва, так? Но ему нужен всего лишь замок. Что ж, дракон так и быть. Поскольку Ангуард более из двух зол, мы примем ваше предложение. Держитесь в стороне от этой войны, и Карндум будет ваш. Разумный выбор. Смотрите, не разочаруйте меня. А если вас и самое дело волнует судьба Нордбенда, возможно, вы захотите вернуться туда. Андуар выступает против него прямо сейчас. Им понадобится наша помощь. Надо идти. Да, да. Вам лучше поторопиться. Походу, мы пока что сделали все правильно.
Мне очень интересно, что было с вами в этой пещере, но если друзья в опасности, расспрос могут быть подождать. Я позову Аранса и Баранса, как только мы что-то там... Нурбат, перейти. Продолжим. Мы туда сейчас тэпнемся, мы тут и закончим. А, это же город этих монстров. Они собираются для новой атаки. Да. Не думаю, что мы выдержим еще одну. Нет. Я тоже. Бронни, ты слышишь? Я сошел с ума или... Нет, глядите! Это они! Клянусь громом! Наши друзья верхом на орлах! Они вернулись! Бронни, видишь? Они... О, как я рад вас видеть. Но, быть может, уже поздно. У меня осталось лишь горстка боеспособных гномов. Тогда отступайте вверху на рот. Поддержите нас отсюда, чем сможете. Посмотрим, что мы сможем сделать с этим осадочным орудием. Но я... Ваше место с вашим народом, Норди. Ступайте. Ага, удачи всем. Назад! Назад в верхней горле! Назад! Вот они! Все, сохранение произошло. А можно я остановлюсь? Нет, теперь на самом деле это очень легко будет. Вот это меня бесит, то, что он становится бессмертным. Нам просто нужно отбивать. А, ребят, давайте просто на этом закончим. Они подгоняют стазные башни, справа. Нет, ребят, мы на этом заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Следующая серия, это, скорее всего, будет послезавтра. Я начну снимать для вас, это хуй знает, когда будет эта серия. Поэтому всем пока.